Всем добрый день. Меня зовут Афанасьева Елена. Я хочу вам рассказать, как сделать заказ самостоятельно компании Young Clinic. Входим в свой кабинет и обращаю ваше внимание, что всегда нужно делать заказ через Essential Rewards для того, чтобы у вас скапливались вот сюда баллы на Point счет. Значит, заходим на вкладочку Essential Rewards. И нам нужно здесь сделать несколько действий. Первое действие – это нам нужно изменить заказ, потому что этот заказ у нас был в прошлом месяце. Значит, у нас есть несколько способов разместить заказ. Можно выбрать в каталоге ту позицию, которая вам надо, а можно выбрать в бумажном каталоге, который у вас есть, и вот сюда поставить номер продукта, код продукта, который у вас есть. Ну вот я хочу взять Sclerescence и забиваю код 341-808. Угу. Так, вот у нас высвечивается позиция. Ага, она у нас уже добавлена. Да, Sclerescence добавлена. Вот, значит, идем далее. Выбираем продукцию, ну вот, допустим, смеси эфирных масел. Выбираю себе любую из продукций, допустим, Citrus Fresh. Вот Citrus Fresh, обращаю ваше внимание, что код для Европы и в том числе для России оканчивается на 08. Вот видите, Citrus Fresh 331-808. Это вот как раз-таки будет европейский код, и мы его спокойно добавляем. Внизу есть еще один Citrus Fresh, но он с кодом на конце десяточка. Поэтому мы для себя... Этот код для Америки, а вот этот вот для Европы. Поэтому мы выбираем для себя вот этот вот 808. Дальше что? Ну вот Дегизу можно выбрать, добавляем. Ну и давайте выберем какое-нибудь еще массажное масло, например, Dragon Time. Массажные масла переходим. Здесь же масла V6. И вот Dragon Time. Угу. Так, смотрим, что у нас получилось в заказе. Здесь у нас отражается весь заказ. Нам в подарочек положили апельсин, надеюсь, вы помните. О баллах, да, о PV-баллах, о подарках с PV-баллов, с объема PV-баллов. То есть у нас 139 PV-баллов на 120 PV дают апельсинчик в подарок. И далее мы сохраняем ежемесячный заказ. Счет у нас на 126,50 получился. Мы переходим, формируется у нас итоговый счет, значит, на 126,5 евро это промежуточный итог, 7,99 это доставка, и итого по заказу 134 евро, 49 евроцентов. Так, переходим далее в Essential Rewards. Кстати говоря, сейчас вот смотрите, печать чека, печать счета, вы можете распечатать себе этот счет, который вы сами же и сформировали. Далее вы проверяете адрес доставки. Если что-то тут не так, то изменяете доставку. Заходите «Изменить доставку» и переписываете адрес, адрес и человека, которому вы доставляете. То есть здесь все можно указать, и телефон, и другое имя, фамилия, и другой адрес. То есть другому человеку вы запросто можете со своего кабинета сделать доставку. Далее у нас идет немаловажный пункт – это способ оплаты. Значит, для того, чтобы изменить способ оплаты, вы можете самостоятельно привязать карточку кредитную свою, ну или просто карту. Что нужно для этого сделать? Для оплаты вашего счета. Для этого нужно вот здесь вот добавить новый способ оплаты. И здесь мы заполняем как на карточке. Имя как на карте, номер карты, дата окончания срока действия карты, год, месяц и год, да, страна. Адрес, к которому привязана ваша карточка, почтовый индекс, и ставим «Сохранить». И у вас тогда она отразится вот здесь,
да, вот здесь вот она отразится. И обязательно сохраните изменения. Сохранить изменения, все, у нас ваш заказ, ваши денежки спишутся в течение суток. Но есть еще один немаловажный момент. Если вот тут вот текущий день обработки, изменить день обработки. Вот смотрите, здесь уже был, вот следующая запланированная дата 21 сентября. Здесь 21 сентября заказ уже прошел, поэтому и встал автошип 21 сентября. Если вы хотите, если вы когда заходите, у вас здесь есть белые квадратики, вы можете на любой квадратик поставить. Но здесь стоит обычно дата того дня, когда вы делаете заказ. И через сутки у вас спишутся денежки, если стоит дата сегодняшняя, вот допустим, вы сегодня делаете заказ, у вас спишутся денежки в течение суток. Я надеюсь, это понятно. Все, заказ у нас сформирован. В общем-то, все сделано. Теперь мы ждем доставочку. Где мы ждем доставочку? Вот здесь моя учетная запись. Здесь все доставочки, которые идут... Так, не та, у нас здесь был сбой оплаты. Сейчас вернемся. Так, вот процесс отправлен. Значит, номерочек там, синенький номерочек, нажимаем на синенький номерочек и переходим вот в такую информацию об отправке. Здесь, как только вам отправится, обязательно дается номер, по которому вы потом будете отслеживать свою посылочку на сайте Почта России. Я надеюсь, это все понятно. Где номер взять по отправлению, понятно. Как самостоятельно сделать заказ, думаю, что понятно. Единственное, у меня вот такая просьба. Большинство участников думают, что проще сделать через быстрый заказ. Нет, не проще, потому что через быстрый заказ вам не начислятся возвратные поинт-баллы. Там первые 3 месяца 10% возврата с вашего объема, а... 4 месяца 20%. Для того, чтобы эти подарочки не потерять, пожалуйста, делайте свои заказы через Essential Rewards. Потому что очень часто бывает, что люди делают через быстрый заказ заявочку, но даже в течение суток мы, бывает, не успеваем отменить этот заказ, он уже уходит в логистику, его отменить невозможно. Поэтому делайте, пожалуйста, правильно все, для того, чтобы получить все максимальные подарки, которые компания нам предлагает получить. Ну вот у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что мое видео было полезным. И надеюсь, что вам было все понятно. Пишите свои вопросы в комментариях, ставьте лайки. И всего доброго.